Доброе утро, страна! У нас уже 11, нет, 10:30. Идем сюда. Идем сюда. Мы идем в поликлинику. У нас сегодня врачебно-лечебный день. Сначала Артешин черед, потом мой. Вот, сначала мы пойдем, зайдем в Скандинавию, где вчера кровь сдавали. Заберем Артешину анализы. И затем пойдем в поликлинику. Это лужа, и в нее нельзя наступать. Пошли. И в поликлинике нам проверят манту, и затем сделают прививку. Я не знаю, что. Возможно, только гепатит. Возможно, гепатит с чем-нибудь. Дорога у нас, видите, мокрая. Ночью был дождь, утром тоже, сейчас вроде нет. Но такая холодрыга, я не знаю, тут плюс 14, наверное. И как бы для лета это прямо совсем не жарко. Вот видите, товарищ в шапке. Я тут утеплилась немножко. Все равно холодно, никаких платьишек. Мы отстрелялись, причем намного быстрее, чем я думала. И это прямо здорово. Артеша, посмотрите, покажи свой ротик. Он упал на лестнице, когда мы заходили в поликлинику, и разбил себе губу и подбородок. Нельзя просто так взять и дойти до поликлиники. Пошли! Аккуратно. Ой, опять поливалка. В общем, мы сделали полиомиелит, гепатит Б. И проверили манту, все хорошо. И в следующий раз, если повезет, мы сделаем ветрянку. Потому что в нашей поликлинике она есть и делают ее бесплатно. И это прям очень круто. Артеш, давай перейдем дорогу, иди сюда. Давай быстро. Вот, поэтому после отпуска, дай бог, если все сложится, поставим ветрянку. Рядом с нами в очереди сидела мама, которая показывала ребенку своему мультик про синий трактор. Я теперь всю обратную дорогу иду, у меня в голове высоко, низко, далеко и близко, траливали, траливали. Мы погуляли с Артешей, пообедали, и сейчас я его оставила с Эльшером. И сама поеду в больницу нашу городскую, потому что я уже 100 лет пытаюсь попасть к врачу по поводу вен. Да, варикоз такой. Начальной стадии, короче, что-то меня беспокоит в последнее время, вот, и бесплатно никак не попасть. Я 100 лет пыталась поймать номерки, и тут меня осенило, а может быть, есть платно? И да, стоило мне вчера им позвонить, как на сегодня меня записали. То есть, как бы, ну, вы поняли, да, 2-3 месяца пытаешься попасть бесплатно, это надо через врачей там получать направление, и никак. Либо платно завтра. Но есть еще один вариант, как быстро попасть к этому врачу и бесплатно. Это быть беременной, что беременность и сделала, когда мне нужна была консультация. Тоже там буквально через 3 дня попала. Но нынче это не мой вариант, поэтому придется заплатить денег. А то что-то, когда я вот на самолете летала в последний раз, так мне тяжко было. У меня потом ужасно ноги болели несколько дней. То есть вот из-за вот этой перемены давления. И мне это не нравится, это надо подлечить. Мне еще не 50, чтобы мучиться такими вещами. Смотрите, вот так выглядит хирургический комплекс, в котором я когда-то лежала. Ну, вообще территория больницы, конечно, требует ухода, потому что я тут на самокате почти нигде не могу нормально проехать. А здесь люди передвигаются на инвалидных колясках. Ну, вы как бы понимаете, да? Вот, а так на прием я сходила, все хорошо, доктор мне там наперед прям план лечения, скажем так, выстроил, только я его ждала долго. Ну так, ничего серьезного, но, как сказать, легче предупредить заболевание, чем лечить то, что уже запустил. Я дома, вернулась, почитала книжку полчаса, пока Артёша спал. Я смонтировала видео про Эстонию для Инстаграма, наконец-то доделала, и не стала начинать для зазеркалья, потому что я последнее время, когда, ну, Артёша спит, я все время что-то монтировала, по работе делаю, очень хочется просто посидеть в тишине. Это иногда очень-очень нужно, просто полчасика. Вот, и я читала книжку. Вот этот бегает, кто это бегает? Ой! А сейчас мы поедем кататься на великах. Я наелась всяких орешков. Хотела, только не прыгай на меня. Так страшно всегда. Ой. Кто это? Что это? Что?
Что ты делал, пока меня не было? Ай, ты сам заснул? На себя лег. Чего, лег на меня? Да. С разбитой губой, товарищ. Ты такой буян. Не прыгай только на меня. Ой. Гулять-то пойдем? Ой, кажется, мне сейчас только что пытались свернуть шею, но не получилось. Ты экстремал, однако. Наконец-то дошли руки снять шторы и постирать их. Теперь подожду, пока высохнут, потом буду отпаривать. Но я их всегда вешаю, а потом уже отпариваю при помощи паровой швабры. Хотя сейчас у меня еще отпариватель хороший, вертикальный, может, прямо и им отпарю. Артёш, ты не знаешь, где папа? Да, он больше, дольше всех, как всегда, собирается. Да, это шапка, знак. Знак? Тебе надо шапку, кажется, поправить. Мы опять утеплились по максимуму, потому что там ветер жуткий разыгрался. А мы сейчас поедем на залив. Мы решили заехать к церкви и посмотреть, на месте ли этот ящик для благотворительности. Тут, так что в следующий раз привезем вещи. А нет, вон пара человек. Я все смеялась над Алишером, что он взял рюкзак с запасной курткой. Типа, вдруг холодно будет. И в итоге мне звонит курьер. Я привез вам посылки. Ну, мы вернулись. Вообще к другому дому подъехали. Вот. И забрали посылки. Там как раз та одежда, про которую я говорила. Там должно быть платье и блузка. И на этом в ближайшее время посылочки закончатся. И мы успели еще заехать в Спар за жвачкой, заодно взяли ребенку бананы и воду. И он сразу стал требовать бананы. А шапку мы ему так и не поправили. О. Кажется, мы не пойдем на пляж, потому что там снова песчаная буря. Как когда мы разочек ездили, не смогли там находиться. Я просто вижу песок. Поэтому вернемся на территорию санатория. Мы, кстати, приехали к нашему сестрорецкому санаторию. Я удивилась, когда узнала, что у меня пару подружек здесь даже отдыхали. Просто выглядит так, типа Советский Союз, но нет, народ сюда ездит. Вот тут на территории санатория такая классная площадка. Тёша ее уже осваивает. На соседнюю что? Зря Алишер свою куртку брал. Утеплили пацана. А мне нравится в этом. Нравится? Тепло тебе? Да. Чудесно. Едем на следующую площадку. Мы перебазировались на площадку в Дубках. Тут ветра поменьше. Что, наша прогулка была насыщенной. Почти 17 километров проехали. Немного, конечно, для велосипеда. Но нам понравилось сегодня. Мы приехали домой, я сразу ринулась распаковывать свои посылки. Смотрите, какое крутое платье, летнее. Бантик у него можно сделать сзади, можно сделать спереди. Ткань очень приятная к телу, но с подкладкой просвечивать не будет. Прям супер! И, кажется, падают занавески. Короче, этой покупкой я довольна. Такой летний вариант. Та-та-та-та-дам, та-ра-та-ра-дам. Еще я взяла базовую белую блузку, она такая объемная, она очень крутая, потому что это 100% хлопок, прям супер-пупер будет сочетаться со всем. Но сейчас я не могу подбирать, с чем сочетается блузка, мне надо конструктор собрать. У нас сегодня на ужин любимый Артёшин омлет с кукурузой, да? У меня тоже сейчас будет, я как всегда ем за компьютером, даже на кухне. Дорогие друзья, я думаю, в этом прекрасном дне я с вами сегодня попрощаюсь. Ложила Артёшкина, смотрю фильм какой-то про мужчину, который заболел полиомиелитом. Как-то в тему выбрался он у меня и попался просто. Я листала, думаю, а что посмотреть, вот выбор на это пал. Смотрю и думаю, как хорошо, что придумали от этой болезни прививки. Вот, и параллельно глажу еще. Так что я это продолжу делать.
буду дальше ухаживать за лицом, а то давно маски не делала, кожа просит. Кожа просит, поэтому надо делать. Все, увидимся с вами завтра. Завтра очень насыщенный день, поэтому надо выспаться. Всем пока!